بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. уважаемые телезрители, братья и сестры. В эфире программа, посвященная теме единобожия. У нас в гостях по-прежнему наш гость Курбан Мирзаханов. Ассаламу алейкум рахматуллах. Алейкум ассалам рахматуллах. Курбан, мы на последней встрече, вы как раз хотели первые доказательства существования Бога, насколько я помню, привести. И мы закончили с вами на вступлении к этому вопросу. И вы озвучили о том, сколько есть видов категории бытия. И вы должны были как раз приступить к самому доказательству. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей Ади ТВ 3. Хочу напомнить, что мы поделили на три группы доказательства Бога, доказательства бытия Бога поделили на три общие группы. Первая группа, она основывалась на внутреннем мире самого человека, на его психологических особенностях. Вторая группа основывалась на изучении окружающего мира. Хотя мы же сказали, что доказательство Бога, которое не является материальным и не является частью окружающего мира, окружающей нас природы, окружающего нас мира. Мир, который мы наблюдаем вокруг себя, является его творением, то, соответственно, доказательство полностью строится на изучении и исследовании окружающего мира не может, потому что исследовать мы можем экспериментальным методом только материю, он материальным не является, соответственно, вторая группа доказательств так или иначе должна включать в себя и нечто из двух других. Нечто аналитическое, нечто неэкспериментальное. И в связи с этим мы как раз упоминали о том, что согласно учению некоторых философов, на чем и основывается в основном современная экспериментальная наука, критерием истины является только эксперимент, что мы подвергли критике и подвергли опровержению, так как вторая группа наших доказательств, она строится только отчасти на эксперименте. А вторая часть у нас основывается, как принято выражаться, является теоретическим. Хотя я это выражение, эти терминологии не очень поддерживаю, но так принято выражаться. Наша критика этого утверждения строилась на том, что, во-первых, само это утверждение, то, что эксперимент является критерием истины, оно не было подтверждено экспериментально. Во-вторых, даже если оно было подтверждено экспериментально, то здесь у нас получается порочный круг, потому что мы хотим понять, является ли эксперимент единственным критерием истины. И для этого мы используем эксперимент. Мы пока еще не знаем, является ли эксперимент единственным критерием истины, дабы экспериментальным методом это выяснять. То есть мы не можем положиться на эксперимент, дабы выяснить, является ли эксперимент критерием истины. Это порочный круг. И в связи с этим необходимо помнить, мы об этом говорили, необходимо помнить, что не все знания требуют каких-то доказательств, подтверждений и критериев. Некоторые знания сами по себе являются критериями. Как, например, критерийность эксперимента. То есть эксперимент является критерием, но для этого какого-то отдельного, дополнительного критерия в данном случае не нужно. Но опять-таки, эксперимент является критерием для определенного случая, то есть он является частным критерием. Другими словами, эксперимент в данном значении не может быть
основой универсального закона, универсального правила. Ну, например, очень простой пример. Мы берем, например, разрываем книгу на две части. Ну, каким-то, например, движением, каким-то давлением и так далее. В результате этого эксперимента мы можем вывести правило, что эта книга под таким-то давлением разрывается на части, под определенным давлением разрывается на части. Но общего закона, гласящего, что любая книга, все книги, мы вывести не можем. То есть без доказательств, без критериев вывести не можем. Для того, чтобы выводить универсальные законы на основе эксперимента, здесь уже должен быть критерий, коим, на мой взгляд, является теория вероятности. То есть законы теории вероятности в данном случае помогают нам из экспериментов выводить общие законы. То есть в данном случае то, что эксперимент является критерием универсальных законов, основывается на доказательстве. Но то, что эксперимент является критерием для частного правила, здесь критерий не нужен. Таким образом, у нас знания, даже на примере этой формулы, знания у нас делятся на два вида. Те, которые требуют критериев, те, которые требуют доказательств, которые нужно доказывать, и те, которые не требуют доказательств, сами по себе являются критериями. Они сами в себе являются критериями и сами в себе все доказывают и не требуют чего-то дополнительного, как на примере того же самого эксперимента. Да? То есть мы говорим, эксперимент является критерием. Но критерием чего? Частного закона или общего закона? Если мы говорим о частном законе, то здесь эксперимент сам в себе достаточен и не нуждается в дополнительном доказательстве. А если говорим об универсальном законе, здесь эксперимент уже не самодостаточен, ему нужно дополнительное доказательство, дополнительные критерии, дополнительное подтверждение, коим может служить законы теории вероятности, которые очень успешно и удачно доказывают, что эксперимент также может в определенных случаях, не во всех, иногда может быть критерием универсального закона. Будете ли вы раскрывать этот теорию вероятности, то есть и как она может дать нам универсальный закон, используя эту теорию? Ну, так, в двух словах. Ну, смотрите, как, если посчитаете нужным, если это как бы слишком долгая тема, наверное. Да, тема-то долгая, в двух словах ее, к сожалению, так просто не объяснишь. И помимо этого, мы немножко отвлечемся от нашей непосредственной темы, хотя мы и так, наверное, отвлеклись. Ну, я думаю, что можно будет как-то... Одно из доказательств я планировал, как раз основываясь на теории относительности, и там уже можно будет это непосредственно уже в самой теме раскрыть, каким образом действует теория относительности. Вероятность или относительность? Извините. Да-да, прошу прощения, опять оговорился. Теория вероятности, конечно же, я оговорился. И третья, конечно же, группа доказательств. Это группа доказательств, основанных на самом Боге. То есть сам Бог является доказательством того, что Он существует. Сам Бог доказывает свое бытие. И здесь не нужно обращаться к внутреннему миру человека, к его психологии, и не нужно обращаться к изучению его творений, окружающего нас мира. Сам Бог самодостаточен в данном отношении для того, чтобы доказать существование самого себя. И мы хотели как раз начать с третьей группы, потому что эта третья группа самая крепкая, самая убедительная и самая надежная, самая неопровержимая. И поэтому начнем с третьей группы. И, ну, прежде чем начать, нам нужно было ознакомиться с небольшим вступлением, которое очень важно в данном случае. Понимание этого очень важно. И поэтому мы, наверное, чуть больше остановимся, попробуем более подробно это разъяснить, дабы наши телезрители могли иметь об этом лучшее представление, более обширное представление. Итак, мы сказали о том, что наше представление, то, что мы себе представляем, точнее, я оговорился, не наше представление, а то, что мы себе представляем, это немножко разные вещи. Uh-huh. То, что мы себе можем себе представить, неважно,
представляем ли мы эти вещи сейчас или не представляем. Важно то, что можно это представить. Все, что можно себе представить, можно разделить на три группы. Согласно закону исключенного третьего. Потому что здесь деление дихотомическое. Дихотомию мы здесь используем, которая является двучленным и основана на законе исключенного третьего. То есть или А, или не А. Третьего быть не может. Это закон логики, гласящий о том, что третьего быть не может. Или А, или не А. И как раз А и не А являются сторонами дихотомического деления. Просто мы от случая к случаю меняем само А. То есть, например, в данном случае, в нашем примере, мы говорим, что или же то, что мы себе можем представить, равнозначно к бытию и небытию, или неравнозначно. То есть здесь место А занимает равнозначность к бытию и небытию. И не А является неравнозначность, естественно. То есть вещь или равнозначна по своей сути, по своей самости, равнозначно к бытию и небытию. То есть не имеет значения, существует она или нет? Да, сама по себе эта вещь, ее суть, ее самость, ее сущность не требует не существования и не несуществования. То есть ему безразлично, существует он, само по себе оно безразлично, существует оно или не существует. Но когда оно существует, это продиктовано не ее сущностью, не ее самостью, а продиктовано чем-то извне, чем-то внешним, внешним фактором. Ее существование продиктовано внешним фактором, например, наличием причины. А несуществование также продиктовано внешним фактором, отсутствием причины. А само по себе эта вещь, она безразлична к бытию и небытию. Итак, мы изначально делим на две группы. Все, что мы можем себе представить, на то, что безразлично к бытию и небытию, это мы, то, что безразлично, мы называем возможным бытием, возможное бытие. А вторая также у нас, согласно дихотомии, делится на две части. То есть та, которая требует бытия, и те, которые, то есть они неравнозначны, естественно. Вторая группа – это у нас та группа, те вещи, которые неравнозначны к бытию и небытию. Но в данном случае часть из них неравнозначна к бытию, а другая часть – к небытию. То есть одна из них необходима существующая, а вторая необходима несуществующая. То есть одна, опять-таки здесь дихотомия имеется и действует закон исключенного третьего, потому что бытие и небытие подобны А и не А. То есть бытие и небытие, существование, несуществование, как А и не А. Таким образом мы получаем три вида. Это возможное, необходимое бытие и невозможное бытие, каждое из которых имеет свою особенность, которую опять-таки необходимо разъяснить. Извиняюсь, Курбан, мы прервемся на небольшую паузу, после чего продолжим, иншаллах. Ла иляха. Уважаемые телезрители, мы вновь в эфире. Курбан, мы остановились на вашем делении, соответственно, поделили вы дихотомическим делением бытие с точки зрения отношения его, то есть вещь любая, которую можем представить с точки зрения отношение этой вещи к бытию, и сказали, что либо равнозначное отношение, либо неравнозначное. То есть и вторую группу сказали, это невозможное и необходимое. То есть мы так это расклассифицировали. Да, в итоге у нас получается, я почему, конечно, возможное бытие, необходимое бытие, невозможное бытие, многие могут прекрасно понимать, что это из себя представляет, но я хотел дать понять, что это деление основано на дихотомии. А все, что основано на дихотомии, исключает наличие чего-то третьего, чего-то четвертого, вот как в данном случае, потому что здесь у нас два деления.
когда одно деление исключает третье, когда два деления исключают четвертое, когда три деления исключают пятое и так далее, то здесь закон всегда действует. И это очень важно. То есть у нас не может быть чего-то посерединного, чего-то четвертого, чего-то пятого и так далее. Всего три. Три категории вещей. Три категории самости. То есть сущности у нас делятся всего на три категории. Это возможное, которое равнозначно к бытию и небытию, возникает, когда есть причина, и не возникает, когда причина отсутствует. Но само по себе оно может быть как... То есть возможность ее говорит о том, что оно может как может быть, так и не может быть. Может не быть. Да, так и может и не быть вообще, может не существовать. Как, например, все то, что мы наблюдаем вокруг себя. Все вещи, которые мы наблюдаем, они находятся в постоянном изменении, в постоянном движении. То есть постоянное изменение говорит о том, что это не необходимое бытие. И то, что оно существует, говорит о том, что не невозможное бытие. Потому что невозможное бытие не может существовать. А эти вещи, которые мы наблюдаем вокруг себя, они существуют. Таким образом, они не могут быть невозможными и не могут быть необходимыми, потому что меняются. Извиняюсь, Курбан, маленькое уточнение. В данном, наверное, сейчас, прерывая ваши рассуждения, было бы не совсем к месту, наверное, озвучить, почему любая вещь, которая меняется, не может быть необходимым бытием. А потом, если вдруг я, допустим, забуду... Это очень важно. Я хотел как раз этого вопроса коснуться. Это очень важно в понимании необходимого бытия. Почему? Потому что мы, когда видим изменения, когда видим, как вещь переходит из состояния в состояние, у нас возникает вопрос. Это состояние, которое, неважно, предыдущее состояние или настоящее состояние, являются ли они необходимыми? Конечно же, они не могут быть необходимы. Если предыдущее состояние было необходимым, оно не могло перестать быть и перейти в другое состояние. Uh-huh. А если последующее, настоящее состояние является необходимым, то оно не могло возникнуть, оно должно было быть изначально. Это свойство, это качество необходимого бытия. Оно не возникает, оно не имеет причины. Если оно имело бы причину, оно не было бы необходимым бытием, оно было бы возможным. Ее необходимость говорит о том, что это бытие не имеет причины. То есть оно никогда не отсутствовало, не... В данном случае не менялось, получается, правильно? И не менялось в том случае, в том числе, да. Не менялось в том числе, потому что изменение говорит о том, что вещь переходит из состояния в состояние, и... Она перестает быть предыдущей. На самом деле, да, она перестает быть предыдущей, то есть перестает существовать как сущность. Uh-huh. Единственное, что объединяет две сущности, например, представь себе человека в 5-летнем возрасте и человека в 20-летнем возрасте. Это два разных человека, вне всякого сомнения. Единственное, что их объединяет, это общее бытие. То есть это бытие, существование здесь одно. Одно существование, две сущности. Одно существование, две самости. Одно существование, две сути, абсолютно разных сути. Мы здесь говорим о сути вещей, не говорим о существовании вещей. Мы не делим существование, мы делим сущность вещей. Мы говорим сущность вещей или бывает возможным, или бывает невозможным, или же бывает необходимым. Сущность вещей. Естественно, когда вещь необходимая, она непременно должна обладать бытием. Сущность. Обратите внимание, сущность. Суть, самость. И когда изменяется вещь, вне всякого сомнения, изменяется именно сущность. Изменяется самость. Изменяется его суть. То есть само бытие от начала до конца, пусть оно меняется, перерастает, то есть эволюционирует, что бы там ни происходило, я надеюсь, наши зрители правильно поймут слово «эволюционировало», то есть объединяет их то, что это то самое бытие, то есть осознание — это вещь, осознает себя той, какой она была.
Или вы это имеете в виду, то есть, что когда говорит, что это единое бытие у них? Существование. Это на самом деле саму категорию, наверное, в категорию да, особо не вносят это, но категория бытия, оно всем понятно, то есть существование, существует, есть. Мы видим разницу между тем, что есть, и тем, что нету. Например, чего-то не было год назад, дерево, например, новопосаженное дерево, ее год назад не было, сейчас это дерево выросло, возникло небольшое деревце. Мы видим разницу между тем, что было, и тем, что не было. Угу. Это есть бытие, это есть существование. Но самость, сущность, суть вещей, она отлична от существования. Потому что, когда мы говорим «существует», мы не знаем, что существует. А когда знаем, что, не знаем, существует или не существует. Это две разные вещи. Угу. И здесь вопрос о том, что. Вопрос в том, что. То есть ответ… Не существует ли… А что существует? А что существует, вот именно. То есть здесь вопрос в этом. Итак, разница между пятилетним ребенком и тем же самым ребенком, но уже выросшим, ставшим 30-летним молодым человеком, разница у них очевидна. То есть их разница в самости, в сущности, это две разные сущности. Может, не совсем кардинально, не полностью, но в чем-то они однозначно разные. Да. Но объединяет их бытие, то есть у них единое бытие, одно существование. То есть это одно существование. И, то есть, если уточняя для телезрителей, используя первый вопрос, мы можем спросить, есть ли этот человек в пятилетнем возрасте и в 20-летнем, наш ответ не будет отличаться. Да, он есть, то есть да, он существует. Да, существует и существует одной. Uh-huh. Одним бытием, одним существованием. Uh-huh. Это не два разных существования. Да, а в случае, когда мы говорим, какой что он, это? Да. Да, то например, есть… что это, кто это, какой он. То вопрос, это уже разница. Ответ здесь уже отличается. Uh-huh. То есть здесь мы говорим разные ответы. Таким образом, необходимое бытие не может изменяться ни в коем случае. Изменение говорит о том, что это уже возможное бытие, потому что… Новая действующая его суть возникла, а предыдущая суть исчезла, ушло в небытие. И это говорит как раз о том, что необходимое бытие не может когда-то перестать быть необходимым и стать возможным. И наоборот, возможное не может быть необходимым. Другими словами, мы не можем сказать, что какая-то вещь является Богом, но имеет причину, потому что до этого не было Богом, а сейчас стало Богом, перестало быть не Богом и стало Богом. И наоборот, не можем сказать, что когда-то Бог был, а потом Бога не стало. Почему? Потому что Бог подразумевается под Богом, ну, естественно, я не упомянул, под Богом подразумевается необходимое бытие. Мы говорим Бог, подразумеваем необходимое бытие. То, что является необходимым. Конечно, здесь как раз я напомню, точнее уточню, может возникнуть сомнение, что Бог не является чем-то, что мы можем себе представить. Да, то есть мы Бога себе представить не можем. Mm-hmm. Но мы не говорим о наших возможностях. Бога можно себе представить. Но мы имеем недостаток. То есть мы, люди, не можем себе его представить таким, каким он является. Но это не значит, что его невозможно представить. Недостаток в нас, а не в том, что его невозможно представить. Uh-huh. Именно поэтому он сам себя представляет. Он сам себя прекрасно знает. Поэтому я, это как бы уточняет тот смысл, что когда мы говорили то, что мы себе представляем. То, что мы себе представляем, имеется в виду, что то, что можно себе представить, естественно, в более широком значении и не ограничивая нашими возможностями. Потому что в данном случае, например, в случае с Богом, наши возможности ограничены, но при этом, опять-таки, Бог, самость Бога является тем, что можно себе представить. То есть сама самость, она ни в коем случае не воспрещает этого. Но мы себе не можем представить, потому что мы ограничены, он не ограничен, а ограниченное не может охватить неограниченное. И поэтому он, так как он сам является неограниченным, он сам себя прекрасно представляет и прекрасно понимает, что он. А мы не знаем, что он.
То есть, на это... Хотя, конечно, здесь имеются разногласия. Многие говорят, что нету чтойности у него. То есть, что он... Какой в смысле? Да, то есть на вопрос, какой он, ответа нету. Ага. Ну, это заблуждение, конечно же. Любая вещь, есть предание, если не ошибаюсь, от имама Саджада, алейхиссалату вассалам, который говорил, что невозможно бытие без чтойности. Угу. Чтотности некоторые. Да, выражаются. На русском, конечно, сложно аналог найти. Нет, слово. Это выражение используется. Используется? Да, используется в философии, ну, обозначает сущность. Угу. То есть сущность иногда... Сущность на самом деле редко используют, часто используют чтотность или чтойность используют. Сущность редко используют, но опять-таки сущность иногда используется в значении чтойности, чтотности. Курбан, можно такой вопрос задать? Уточнение. Когда мы говорили, когда мы делили бытие, мы делили его с точки зрения того, что оно есть или его нету, а не с точки зрения, каково оно. Или мы делили с точки зрения, каково это бытие. То есть сущности, чтойности этого бытия. Чтойность этого бытия мы делили, чтойность делили. Ага. Мы делили сущность, я это упоминал несколько раз. Сущность делили по отношению к бытию. То есть каково отношение этой чтойности к бытию. То есть получается минимум вот эта вещь, то есть то, что Бог необходимо бытие, это как минимум можно в таком случае сказать, что это есть сущность. То есть в ответ. Да, да. Но опять-таки здесь есть небольшие трудности и небольшая путаница. Не будем этого касаться. Есть. Uh-huh. Но в любом случае у нас есть предание. Предание от имама Саджада, алейхиссалату вассалам, если не ошибаюсь, конечно, что нету бытия без чтойности. Всякое бытие имеет чтойность. Это на самом деле очевидно. Не можем же мы просто сказать, что существует, но при этом что существует? Ничто. Это абсурдно немножко, естественно. Поэтому эти положения необходимо учитывать. То есть учитывать, что необходимое бытие не может быть возможным, и возможное не может быть необходимым. Также и невозможное не может когда-то перестать быть невозможным и стать необходимым и так далее. И это очень универсальный закон, они действуют для всех. То есть это деление дихотомическое, и даже не только это дихотомическое деление, вообще любые дихотомические деления, основа которых является исключенность третьего и вообще сам закон исключенности третьего, закон исключенного третьего, оно не ограничено каким-то определенным миром, определенными возможностями и так далее. Оно универсально, и за пределы этих законов никто и ничто и нигде и никогда выйти не может. Угу. Это очень важно заметить в данном случае. Курбан, у нас осталось меньше минуты, к сожалению. Я думаю, наверное, стоит прервать или есть что добавить в этом промежутке? Конечно, можно было бы продолжить, но я думаю, что лучше на следующей встрече это продолжим. Хорошо, иншалла, до следующей встречи тогда. Спасибо вам большое. Мы прощаемся с уважаемыми телезрителями. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. لا إله إلا الله لا إله إلا